существует, ну, так скажем, два базовых определения политики. Одна политика – это политика по Макиавелли, а вторая политика – это политика по Аристотелю. Политика по Макиавелли – это политика борьбы за власть. Это политика в узком смысле этого слова. Следующее определение политики по Аристотелю – это деятельность, высшая форма человеческой деятельности, на самом деле, как говорит Аристотель, по установлению в мире, он говорит справедливости, но можно говорить и других ценностей, то есть по обустройству, наиболее правильному, ценностно правильному обустройству мира. И в этой деятельности по определению участвует всякий человек,